Всем привет! China Quality Facts. Я Дмитрий Саютин. Сегодня у меня проверка предприятия или аудит компании. Позвонил клиент, попросил сделать проверку компании, вообще жива ли она, посмотреть станки, посмотреть товар. Уверял меня, что эта компания завод. Ну, я вчера связался, оказалось, это торговая компания, которая дала контакты завода где-то 300 километров от самой компании. Это первый такой звоночек, на который нужно внимание обратить. А дальше уже давайте посмотрим по ситуации. Ехать в город Юнкан 3 часа. Выбрал автобус, а не скоростной поезд, потому что здесь намного тише. Никто ничего не объявляет, не бегает, нет остановок. Второй плюс то, что всегда есть много свободных мест. И можно занять два места и отдыхать, работать, ну, заниматься практически любыми своими делами. Обожаю Китай. Без обеда нельзя. Заехали перекусить. Приехали. Судя по авто, фабрика действующая и что-то производит. Посмотрим. Небольшая фабрика, но большие различные емкости. Делает холодагент, точнее, как я увидел, заправляет из больших емкостей в емкости поменьше. Вот сзади меня канистрочки, можно класть туда, ложить 50 кубов, либо 50 тонн, в зависимости от типа газа, типа жидкости. Небольшая фабрика оказалась такой, как бы, ну, перевалочный пункт. То есть из большой емкости наливают в маленький, потом фасуют, упаковывают и отправляют на экспорт. Странно, что у фабрики свой есть экспортный отдел, отдел продаж по Китаю, но еще какой-то приклеился посредник из Ханчжоу, который тоже экспортный. То есть, ну, такая двойная продажа клиента. Как бы это второй звоночек. День окончен, уже вернулся в Нимбо. По поводу того, что я люблю автобусы, у них есть минус. Они приезжают в разные места. Почему-то не доехал до станции, высадил всех на 2 километра раньше, не знаю почему. По поводу работы. Кроме проверки документов и самой фабрики, важно знание и умение инспектора. То есть на основании своего опыта я уже могу определить, эта фабрика ближе к гаражу или она все-таки дотягивает до нормальной серьезной фабрики. Ну, по моим ощущениям, где-то твердую четверку могу поставить. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас всех в Китае на своем канале. Пока!